Привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу познакомить вас со своей кошкой принцессой. Она как-то так замерла. Я ее только что гладила. Вот. Она очень любит, когда ее гладят. Ей 17 лет, ее зовут принцесса. И она такая вот чудесная, добрая-добрая кошечка. Очень любит детей, но только не маленьких. От маленьких она очень быстро убегает. Вот. Сегодня она нам поможет разобраться во временах английского языка. Она не очень хорошо знает английский язык, но ее это не особо беспокоит. Вот, мы ее сейчас отпустим и продолжим разбирать на доске времена английского языка. Я для вас написала: Китсенечка, давай, я должна тебя отпустить. Давай. Она, кажется, не хочет уходить, хотя, в принципе, времена английского языка ее не очень волнуют. Вот, ну, иди, иди поспи, сейчас жарко. Моя хорошая девочка, да, иди. Вот, а сейчас мы приступим к доске. Да, я тебе возвращаю твою шерсть. Назад, забери. Ну, она не забрала, тут все потом убирает после меня. Вот. Значит, времен у нас в английском языке официально, потому что есть, помимо времен, есть еще разные обороты временные, потому что в каждом языке, как бы так сказать, есть разные вариации изъяснения, да, хотя ситуации одни и те же, поэтому времена в языках не совпадают. По названиям своим, по крайней мере, потому что во французском, например, есть такое время, которое называется futur proche или passé proche, это будущее ближайшее время или прошедшее ближайшее время. В английском как такового такого времени нету, хотя оно используется конструктивно, есть оборот, который передает это время. Поэтому мы с вами, когда будем говорить отдельно о present, past, future, о настоящем, прошедшем и будущем, поговорим о всех возможностях, которые представляет английский язык для указания на какие-то действия в настоящем времени, в прошедшем и будущем. Потому что не все называется временем в языке. Да? В итальянском, например, такого понятия, как continuous, нету. Однако там есть форма, например, stare плюс герундий, да, которая передает идею континиуса. То есть получается в языках вот так вот. В русском языке времена, это я шерсть отгоняю, потому что она теперь летает везде, потому что в русском языке времена по-другому образуются, поэтому, может быть, все так немножечко условно. Тем не менее, сейчас мы посмотрим с вами на то, как официально представляются языки, времена в английском языке. И есть всего 12 официальных времен. Вы в интернете можете найти разные данные. Где-то я когда-то нашла 9 времен, кто-то написал, как бы, кто-то пишет 12, кто-то пишет 9, но официально по грамматике, это вы найдете в справочниках по грамматике, в официальных рецензированных книгах, которые соответствуют как бы, ну, действительности по грамматике, вы найдете, что там 12 времен. И эти времена, настоящее, прошедшее, будущее, которые поделились, можно сказать, на 4 категории. Да? Мы сейчас с вами посмотрим simple tenses и perfect tenses. У нас есть 3 времени простых, simple, которые являются основой всего. Если вы знаете времена простые, вы сможете легко, без любых затруднений, сформировать любое предложение на английском языке. На это время, можно сказать, но на данную суть предложения, да, на данное клише, скажем, предложение, настраиваются perfect tenses, завершенные времена, да, и 6 времен continuous. То есть у нас есть 6 основных вот таких времен и 6 времен continuous. Continuous мы с вами разберем в следующем видео, потому что как бы я даже не всегда люблю объяснять людям, что continuous — это времена, хотя они являются временем официально, опять же. Тем не менее, это просто такая как бы сформулированная структура для описания процесса какого-то действия.
Поэтому continue сейчас пока что отставим, вы увидите, что он очень просто образуется. Главное разобраться в простых временах, а потом разобраться в perfect временах. Это будет легко сделать, если вы посмотрели наше видео о, ну, пока что еще трех типах, трех, или вот так вот, ну, какая разница, трех типах предложений, да, мы с вами разобрали первый, второй, третий. Еще у нас осталось еще три, да, четвертый, пятый и шестой тип построения предложения, но для того, чтобы хорошо-хорошо разбираться в построении целостном построении предложения в английском языке, достаточно знать вот эти три типа, это очень-очень важно. Если вы их не смотрели, посмотрите, пожалуйста, и вам все будет понятно. Итак, мы знаем, что времена в английском языке на самом деле простые. Они даже называются simple, они называются простыми. Есть настоящее простое время, present simple, past simple, past или past на британском, да? Past это американская форма чтения этого слова или произношения этого слова. И future simple. На эти простые времена настраиваются уже perfect tenses. Значит, simple времена соответствуют первому типу построения предложения, и это самые простые предложения, которые нам указывают на факт каких-то действий. Например, кошка, да, почему она нам сегодня помогает, мы взяли как пример глагол to fall, падать, да, это неправильный глагол, здесь я сверху написала формы этого неправильного глагола. Мы знаем, да, у нас есть табличка неправильных глаголов, которую тоже нужно запомнить. Это, наверное, самое сложное, что есть в английской грамматике. To fall, fell, fallen. Да? В настоящем времени, present simple, мы строим фразу просто I fall a lot. Да? Это первый тип построения предложения, факт жизни, the fact of life. Да? I fall a lot. Наша принцесса, ну, сейчас уже немного падает, да, потому что она уже как бы старенькая. Ей уже 17 лет, она больше предпочитает лежать, но она очень хорошо бегает. Но I fall a lot, скажем, про принцессу, когда она была маленькая, она часто падала, когда кто-нибудь залазила. Ну, допустим, I fall a lot. Чтобы образовать прошедшее время, мы знаем с вами, да, что у нас есть еще вспомогательные частички, да, мы с вами говорили о них в предыдущих видео, что у нас есть вспомогательные частички do, did и will, да, которые указывают как раз на времена, да? I do fall a lot, которые мы обычно не используем, но держим в уме, мы знаем, что оно там есть. I fall a lot или I do fall a lot. Past simple, прошедшее простое время, да? Simple или его еще называют indefinite, это одно и то же время, не путайте, это не разные времена, это одно и то же, просто имеет в английском языке почему-то два названия. Обычно в других языках есть только одно название для времени, и людей не путают несколькими названиями, какие-то варианты. Но в английском, видите, есть несколько названий, люди, преподаватели часто объясняют грамматику как-то по-своему, придумывают какие-то вещи, и я тоже. Чтобы просто объяснить как бы легче людям, чтобы они поняли, поэтому иногда бывает, что вот как бы какие-то вещи, ну, так вот, we invent things, мы придумываем разные вещи, но не придумываем, придумываем, да, просто немножечко стараемся как-то объяснить грамматику доступным образом. И чтобы образовать прошедшее время, мы меняем глагол, либо меняем вспомогательную частицу, да, либо то, либо другое. Как мы будем это образовать, какие есть возможности, мы рассмотрим в отдельном видео, да, про прошедшее время, потому что сейчас мы хотим в общем просто посмотреть всю картину. И мы берем вот эту вторую форму неправильного глагола, fell, да, вторая колонка неправильных глаголов, это как раз она указывает на прошедшее время, это форма прошедшего времени past simple, только для этого она и служит. I fall a lot, I fell a lot. Если у нас поменялся глагол, то мы вспомогательную частичку не ставим. И мы ее сейчас сотрем, да, чтобы она нам не мешала, потому что о ней мы можем посмотреть отдельное видео. I fall a lot, I fell a lot. Вот так вот и образуется прошедшее время. Если мы используем правильный глагол, например, I want to fall a lot, то чтобы образовать прошедшее время с правильными глаголами, мы просто добавляем ed, да, в конце. I
I wanted, да, I wanted, я хотела, to fall, я хотела упасть. Ну, к примеру, если это было мое желание, ну, может быть, я танцовщица, да, и я хотела упасть. I wanted to fall, да, так мы образуем прошедшее время, ну, все формы прошедшего времени в английском образуются при помощи идипа, и PP2, и прошедшее время, и так далее. Итак, значит, I fall a lot, I fell a lot, это прошедшее время, и в будущем времени мы с вами узнаем, что наша вспомогательная частица имеет форму will, да, со звуком ы, да, не will, а will. I will fall a lot, ну, вот так вот, или сокращаем I'll fall a lot, я буду падать много, или часто, often. I will fall a lot, I promise, because I fall a lot, I fell a lot, and I will fall a lot. Я падаю много, я падала много, и я еще буду падать много. This is life. You fall and you get up. Это жизнь. Ты падаешь и встаешь. This is the life we have. So this is how things are. So don't worry about it. Так что не волнуйся об этом. Just be happy and get up. Будь счастливым и вставай себе. Значит, вот такие вот у нас простые времена, это и есть наш первый тип построения предложения, который, опять же, повторюсь, является основой всего и основой всех остальных времен. И смотрите, как интересно получается у нас в английском языке, когда мы хотим образовать время perfect, да, это прошедшее время. Почему прошедшее? Потому что это уже свершенное время, потому что уже действие свершилось. Оно, тем не менее, имеет формы present perfect, past perfect и future perfect. Потому что у нас какие-то совершенные действия могут происходить и в настоящем, и в прошлом, и в будущем. Потому что, ну, в прошлом, может быть, что-то совершилось, правильно, в будущем что-то свершится. И поэтому мы используем perfect времена. Причем, обратите внимание, что слово perfect переводится как идеальный, как на самом деле законченный. Не столько даже идеальный, сколько законченный. Потому что есть еще слово ideal, которое означает, как бы это походящее слово от слова Dio. Dio — это Бог, да? И Dio — это то же самое, что Dio, да? Есть две формы — Dio и Dio. То есть отсюда идет идеальный, то есть похожий на Бога. А perfect — это когда действие какое-то законченное. Например, вот вы рисуете картину, да, вы пишете картину, и когда вы вот смотрите, что-то еще вот не закончено, да, вот что-то еще хочется добавить, и вы что-то добавляете, а потом смотрите, говорите, да, сейчас эта картина закончена, уже ничего не хочется добавлять к ней, да, это не значит, что она идеальная, что она уже божественная, но она уже закончена, it's perfect. Поэтому вот у нас и есть такие вот, такое время perfect. Perfect образуется при помощи или по типу третьему, да, при помощи глагола have. Мы знаем с вами, что третий тип предложения — это the type of possession, это тип властности, management, да, менеджмента, организации какой-то. Когда у нас что-то есть, например, и так оно и образуется. Конечно, для русского языка это очень непривычно, но мы используем I have falling a lot. Я имею упавшим много, да? Fallen в данном случае это как раз PP2, да? Мы смотрели с вами, когда разбирали третий тип построения предложения, мы смотрели, как образуется, да? Там есть разные варианты использования после как бы глагола have, да? Что мы можем вот здесь вот использовать. И как раз время perfect образуется при помощи PP2. Что такое PP2, если вы еще не смотрели видео, вы посмотрите, потому что, как вы видите, я уже говорила, PP2 и PP1 — это центральные части английского языка, их необходимо знать на зубок. Если вы их знаете, то вы легко можете построить любое предложение, но если вы их не знаете, то у вас это просто не получится. Потому что они везде используются, видите, даже во временах, самостоятельно, переводятся как упавший. Это как раз третья колонка неправильных глаголов, да, вот это у нас деепричастие прошедшего времени.
Так, это инфинитив, это прошедшее время, а это у нас деепричастие прошедшего времени. Переводится на переводится вопросом какой, да, что сделавший. То есть я имею упавшим много. Такая логика английского языка, так вот говорится. Такая форма используется тоже в других языках, в итальянском, во французском, в испанском, в немецком, точно так же, просто в русском языке так не используется. Но если вы вот это поймете, то вы сможете освоить и другие языки. Видите, легко. Учите английский, и вот вам уже часть грамматики других языков готова. I have fallen a lot. Видите, I have, если вы посмотрите внимательно, то вы обратите внимание, что здесь как раз идет I have, я имею. По сути своей, это то же самое, что и самое обычное в настоящее время. I have. Именно поэтому некоторые преподаватели относят время present perfect к настоящим временам. И даже вот можно в интернете найти, что кто-то, вот я сама видела, назвал это настоящим временем. Он сказал, что есть несколько настоящих времен в английском языке. И с ним нельзя не согласиться, потому что здесь получается форма I have. I fall, видите, я падаю, а здесь I have, я имею упавшим. Так строятся времена. И когда я своим студентам рассказываю, что есть три на самом деле времени в английском языке. В последнее время даже говорю, что есть их два, но это другая философия. Об этом мы поговорим с вами, когда будем говорить о будущем времени. Это очень-очень интересно. Так что можете посмотреть, если вам тоже интересно. Вот. И получается, что по сути своей, видите, I have, это я имею. Это самое обычное настоящее время, просто плюс PP2, да, плюс PP2 добавили, и получилось у нас perfect. Я имею упавшим. Здесь I had fallen, да, мы с вами это время разберем отдельно с примерами, и вы посмотрите, когда оно используется, чем оно отличается ситуативно, да. Но видите, здесь тоже I fell и I had. Я упала, я имела упавшим. Видите, как получается? По сути, можно даже вот так вот поставить знак «равняется». И, ну, почти, да, есть еще вот такой знак «почти равняется». Вот так вот мы с вами сделаем. У нас получится, по сути, одно и то же. Просто вот это «perfect» — это уже совершенное какое-то действие, да. Здесь то же самое, смотрите, «I will fall», «I will have». И просто добавляем «fallen». Я буду иметь что-то упавшим. «I will have fallen». A lot. Вот такие вот у нас времена. Ни в одном другом языке такой, как бы, скажем, простоты нет на самом деле, поэтому love English, it's a wonderful, wonderful language. Когда вам приходится учить французский, например, там вам нужно учить много неправильных глаголов, разные времена. Это очень интересно, это очень интересно, но это занимает намного больше времени, чем освоить английский язык. Английские времена, видите, как на самом деле все просто. I will have или I'll have, да? I'll have fallen a lot. Я буду упавшим много, то есть я буду иметь вот такое вот состояние, да, I'll have fallen, или действие какое-то. Вы можете перевести для себя прямо дословно, я буду иметь упавшим, да, чтобы просто понимать это, чтобы понимать логику английского языка. Опять же, повторюсь, мы с вами разберем каждый из этих времен отдельно, посмотрим по примерам. Если вы еще не смотрели про третий и первый тип построения предложения, посмотрите обязательно, это дополнит вашу картину времен, и вам станет в целом понятно, как образуются времена. Вот мы с вами, в принципе, и разобрали все времена. Нам осталось только посмотреть continuous, но continuous, он точно такой же. На самом деле, там тот же самый принцип, это те же present, past, future, и просто с глаголом to be, и... В принципе, все. Поэтому я вас поздравляю.
Мы с вами разобрали прошедшее, настоящее, будущее время английского языка, разобрали времена английского языка. Если у вас еще возникают вопросы, то ну, задавайте, либо перешлите это видео тому, у кого еще возникают вопросы относительно времен грамматической как бы, конструкции, времен английского языка, чтобы у них тоже больше не было вопросов, потому что я знаю, что студенты часто задаются этим вопросом, какие же времена. Я их понимаю, потому что есть разные названия времен, есть разные описания времен. Люди по-разному их объясняют. И я помню, когда мне папа объяснял, я еще в школе обучалась, и мне папа объяснял, какие есть времена в английском языке. Он нарисовал на ватмане, я такой помню, большой ватман. Он написал название времен, написал примеры. Я посмотрела на эту таблицу, я ничего не поняла. Серьезно, ничего не поняла. Я потом сама разбиралась со справочником. У меня есть для каждого языка, обязательно у меня есть справочник по грамматике. У меня целая коллекция, могу вам даже показать. Вот у меня коллекция, видите, разных книг. У меня есть справочники по итальянскому языку, по французскому языку, по немецкому языку. Не по одному, а на каждый язык у меня целая такая вот даже есть коллекция. Потому что каждый преподаватель объясняет по-своему. И нужно вот найти то объяснение, которое подходит именно мне, да? И поэтому что-то я посмотрю в одной книге, что-то я посмотрю в другой книге, что-то я посмотрю во всех книгах, а потом у меня нарисуется своя картина. Вот. Поэтому вот так вот. У вас тоже, если вы изучаете язык, первым делом вы должны себе обрести справочник по грамматике. Это вам очень-очень поможет. Это правда очень хороший помощник. Тем более это не интернет, потому что иногда в интернете можно найти очень противоречивые как бы сведения, да, я тоже иногда, когда вот, ну, бывало там смотрела что-то, да, то нахожу, что даже на английском языке, даже в Википедии там есть такие как бы моменты спорные, да, где люди назвали, например, герундием то, что герундием на самом деле не является. Или вот кто-то говорит, есть английских времен 9, да, а потом смотришь, кто-то говорит, есть 12. И так, подождите, так, а сколько времен на самом деле? А получается вот так вот, на самом деле официально 12, но есть еще плюс разные формы, да, там I used to go there, я раньше ходил туда-то, то есть это не является, например, прошедшим временем. Это будет отдельное у нас видео, мы поговорим, когда будем говорить о прошедших временах, тогда и поговорим о всех формах, да, какие есть возможности. Вот, поэтому вот так вот. Вы не путайтесь, не расстраивайтесь, если вдруг вам будут говорить разные вещи, потому что, ну, кто как знает, тот так и объясняет, кто как умеет, кто как понимает, поэтому, ну, не обижайтесь на преподавателей, мы стараемся как можем, и, ну, вот так вот, поэтому, ну, пусть каждый объясняет, а вы знаете правду, вы должны грамотно просто знать, как оно есть на самом деле. Для этого у вас должен быть справочник по грамматике, у меня тоже, ну, у меня их несколько, поэтому я не буду показывать, поверьте мне на слово, у меня их не один, у меня есть одни в табличках, другие там просто написаны с примерами, какие-то там есть, например, хорошие. В основном я себе покупаю справочники для школьников, потому что там объясняется очень просто, без таких вот каких-то... Есть у меня один справочник по английской грамматике, который я не читаю и не люблю читать, потому что ее написал очень-очень умный профессор, который вот все так как-то объяснил, ну, как-то вот, ну, мне проще, когда попроще. Я люблю, когда все попроще. И так мне легче понимать, и так я и пишу книги свои, и поэтому они так помогают людям, потому что все на самом деле просто. Иногда просто вот наша часть профессора, да, вот как бы наша личность такая профессорская, она иногда как бы так усложняет вещи, поэтому, ну, вот так вот. Вот такие вот времена. Посмотрите сами, убедитесь сами, что все очень просто. Если вдруг у вас какие-то вопросы, задавайте. Но сначала посмотрите еще видео о континьюсе, а потом задавайте вопросы.
потому что тоже continuous тоже достаточно простой. И не забудьте посмотреть видео про PP1, PP2, если вы еще не выучили. Я про него постоянно повторяю, оно везде ссылки даю, да, вот видео вот здесь вот еще ссылочки обычно я даю. Переходите тоже по ссылочкам и смотрите там какие-то еще дополнительные видео, потому что у нас на канале есть много-много видео. Если вы зайдете на наш канал, да, Langlandia, то там уже есть много видео разных по грамматике, и вы выбираете те видео, которые вам разъяснят ваши вопросы. Вот, так что пока что я с вами не прощаюсь, но говорю à tout à l'heure, до скорого, или au revoir, до встречи. И желаю вам прекрасного-прекрасного дня. Надеюсь, вам теперь времена стали понятны, и вы можете вздохнуть и сказать «Yes, now I understand». Да, сейчас я понимаю. So, I'll see you next time, and I wish you a lot of wonderful moments today, and I'll see you tomorrow. Bye. Bye-bye.